Всем привет, друзья! А перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал. Ну, мы начинаем. Александра Черно рассказала, как злоупотребляет алкогольными напитками в ходе своей беременности. В сторис своего инстаграма звезда Дома 2 сообщила, что позволяет себе пить пиво. По словам Александры, это случалось 3 или 4 раза. Она делала по несколько глотков. Это было очень вкусно. Ожидается, что Черно и ее муж Иосиф Оганесян станут родителями уже в июле этого года. Черно сделала это заявление в ответ на вопрос беременной подписчицы, которая посоветовала, что ей порой сильно хочется пива. Также Александра призналась, что долгое время не могла бросить курить. В итоге ей удалось справиться, отказавшись от вредной привычки всего за один день. Друзья, подпишитесь на наш инстаграм, а также на наш канал, чтобы не потерять нас из виду. На этом мы с вами прощаемся и до скорых встреч в новых видео.